переходим на левую, снова встаем на правую и делаем рунд назад. Разворачиваемся в эту сторону. Угу. То есть мы прыгнули. Раз, два. Руки складываем сюда и левым локтем рисуем кружок. Рисуем кружок, руки соединяются, и правая рука через низ выходит в сторону. Соответственно, раз, два, три и четыре. Дальше пять, рука идет сюда, пять. На и шесть мы делаем, и шесть. То есть переносим вес на заднюю ногу, и шесть. На семь мы бьем руками вниз, семь. Нога поднимается, восемь. То есть руки идут вниз, вверх. И когда они поднимаются наверх, нога у вас согнута и уходит вбок. Угу. Соединяем еще раз эту восьмерку. Асура Бхагавата. Раз, два, три и четыре, пять и шесть, семь, восемь. Дальше. Отсюда руки делают удар, уходят вниз, через стороны заходят, собираются у груди крест, и мы локтями бьем вперед. Ноги. Мы шагаем вниз, переносим вес на правую, приседаем, переносим вес на левую, и снова вес на правую. Выглядит это таким образом. Тадра, тадра, тадра. Угу. Дальше я снова произносим фразу асура байбайта. Мы на асура переносим вес на левую ногу. Байбайта, ударяем кулаками, руками в пол и подпрыгиваем. Когда мы подпрыгиваем, у нас руки подлетают вверх, и когда мы приземляемся, мы расправляемся сюда. То есть асура байбайта. Как только на та приземлились, у нас еще и восемь. Та и па. Угу. Отсюда руки идут в крест, раскрываются ладонью на зрителя, через левую сторону мы делаем кружок корпуса. Очень важно, чтобы у нас бедра двигались вперед, чтобы корпус сильнее сделал кружок, голова не шевелится. Пу-пу. Дальше движение будет в две стороны. Руки работают одинаково. И пам, и пам. То есть в стороны, сверху вниз. Ноги могут быть туда и туда. На раскрытие рук одна нога подбивает другую, и вес на нее переносится. Пам. Либо в другую сторону. Так, вниз. Так. Угу. Еще разок отсюда. Сделали. Тада, тада, тада. Асура барбата. И раз, два, три. Здесь сделали эту штуку. Набито раскрыли руки, набито пустили. Л-Л. На это движение мы подставляем ножку к себе. То есть если мы были сюда, то это подъезжает. Если мы были здесь, это подъезжает. И правым плечом дважды ЛЛ делаем легкий акцент себя. Один из шагов делает ЛЛ и этим плечиком работаем. ЛЛ. Дальше он сильно идет удар плечом и одновременно с этим выпускается голова. Бум. Поднимается голова наверх. 5, 6, 7. Три счета мы переходим. 5, 6, 7. И у ребят разные движухи. Один там палец вперед вытаскивает, другой вот так шевелит ножками. Третий делает полушечку снизу с приседом. Можете выбрать любой из вариантов, делайте на счет 8. Это первая половина прибега. Соберем ее еще раз. Асура барбата. Раз, два, три и четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пам. Асура барбата. И пам. Два, три. Голова, голова. Пять, шесть, семь, восемь. Вторая часть. Мы шагаем на правую, на левую, на левую. После этого у нас правая уходит назад, согнутая, и мы снова садимся в плие. После этого перебегаем на левую, правую закидываем за себя, и я снова на правую. Еще раз. Правая, левая, левая, пам, та-да. Так, с руками будет легче. Руки. Мы делаем проворот кистях, заворачиваем руки за голову. Таким же проворотом вниз соединяем руки. И у нас будет первый шаг. Раз,
И у нас есть два вида. Та-да. После этого похожее движение, как в начале. Локтем рисуем кружок и выбрасываем правую руку в сторону. Еще разок. Руки и ноги медленно сейчас соединяем. Раз. Два. Три. Подняли. Дернули. Сюда вошла нога. Та-да. Закинули ногу. Выбили руку. Дальше у нас снова идет шаг на левую, переносим на нее вес. Бьем сюда. Дальше у нас небольшой слайд, мы переносим вес на правую, и правая рука рисует над головой. Пум, петельку. Дальше мы подставляем левую ногу, правая рисует кружок, и уходит не прямо, а в диагональ. Тум-дум. И здесь, пока мы сидим, у нас шевелятся пальчики, мы их поднимаем наверх. Соединим еще раз этот кусочек. 7, 8. Раз, два, три, 4, 5. И 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше сделали эту штуку. На раз. Переносим вес на левую ногу. На два. Подставляем правую сюда. У нас небольшой идет бит. Пам. На три. Мы бьем правой локтем, у нас нога поднимается в сторону. Три. Дальше руки будут раскрываться в стороны. Мы выбрасываем эту ногу сюда и раскрываемся на две ножки. И голова через правое плечо рисует кружок. После этого мы делаем два шажочка вперед, выводя одно плечико и другое. То есть так, так. Потом руки делают так, так. То есть отсюда раскрывается, от плеча рука закидывается. Ноги делают та-да, та-да. Кружок головой та-да. И делаем та-да, та-да. Отсюда у них расход, то есть смена позиций. Пум, ушли вниз. Потом подтягиваемся либо левую ножку, подставляем либо правую. Снова у нас вот кассировая большой круг головой. Ну и потом сзади стоящие ребятки берут их за голову, сворачивают на шею, и мальчики падают на пол. Соберем еще раз медленно вторую часть. 7, 8. Раз, два, три, 4, 5. И 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Та-да, та-да, 7, 8, раз, 2, 3, 4, асурабайбай, та-пам. Соединим медленно подсчет, ум-ба, куска прикрепляем. Поехали. Асурабайбай, так. Раз, два, три и 4, 5 и 6, 7, 8. Раз, бит, 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 асурабайбай, та и пам, 2, 3, пам, та да, эо, эо, голова, голова, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5 и 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, та-да, 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 та. Асурабайбай, та-пум. Пробуем медленно подскочить 70.